Состояние троих пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Казахстане стабильно тяжелое, казахские врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения. По его данным, Ак.1991 года рождения, из Ошской области, находится в отделении хирургии Центральной больницы города Приозерска. Б.1991 года рождения, из Джалал-Абадской области. Ижг. 1988 года рождения, в отделении реанимации. Напомним, 7 августа 2015 года на 405-м километре автотрассы Алматы, Екатеринбург, Жамбылская область, произошла авария. В результате пострадали 7 человек, из них четверо скончались. Тела погибших доставлены в Кыргызстан по линии МЧС и переданы родственникам в Ошскую и Джалал-Абадскую области. Семьям погибших из президентского фонда выделено 700 тысяч сомов. Минздрав КР готов оказать пострадавшим всю необходимую помощь.